В наших джунглях встречаются самые разные животные, звери. Но вот сейчас выйдет особенно редкий зверь, потому что я хотел сначала рассказать, потому что в нашей психиатрической клинике в последнее время стало появляться большое количество тяжелых случаев заболеваний. Особенно частым стало отравление рекламой. Вот мы сейчас говорили. Вчера привезли больного, который думал, что он баунти. Но бегал по коридору, просил надкусить его, чтобы испытать райское наслаждение. Другой наш больной вообще выдает себя за мэра Москвы. Носился по городу, проверял, как идет строительство. Закладывал первые камни под ноги прохожим. Наши медбратья взяли его на Красной площади, где он объяснял собравшимся, что под мавзолеем Владимира Ильича Ленина уже началось строительство 9-этажной подземной усыпальницы с последующим размещением в ней нынешних политических лидеров. Проект усыпальницы, по словам мэра, вмещает также рестораны, буфеты, аттракционы для детей, комнаты матери и ребенка, там разные аквапарки, бутики, стоянки. Вот. Так что москвичи и гости столицы не только смогут полноценно отдохнуть, но и увидеть в гробу всех своих политических лидеров.